КФУ посетила директор по Восточной Европе и Центральной Азии компании КОЭС. Почетная гостья начала свой визит с IT-лицея Казанского федерального. Тут она смогла лично убедиться, что воспитанники вуза не только получают необходимые знания, но и живут в прекрасных условиях. От взора внимательной гости ничто не прошло мимо. Она изучила кабинеты и лаборатории лицея, которые оснащены новейшим оборудованием. И убедилась лично, что будущие IT-гении страны получают здесь не только знания, но и необходимые навыки. Я никогда не бывала в подобном заведении, где все ориентировано на то, чтобы пробудить в детишках действительно любовь и интерес к науке. Я жалею, что в моем детстве у нас такого не было, когда можно не просто прочитать учебник и теоретизировать, но попробовать руками, посмотреть глазами, там, понюхать в лаборатории, все это сделать. Я думаю, что для очень многих ребят это тот самый важный элемент, который позволяет им понять, что действительно лежит за всеми этими словами, что их может вдохновить на дальнейшее направление, изучение, там, обучение, профессии какие-то. К знакомству с IT-лицеем гостья отнеслась настоящей материнской теплотой. Не единожды она отметила важность того, что у школьников должно быть все только самое лучшее и безопасное, а также поделилась собственным видением дальнейшего развития лицея. Лицей молодой, только начинается. Важно заложить правильный фундамент, он заложен. Думаю, что в ближайшие 3-5 лет станут такими ключевыми в определении дальнейшей судьбы лицея. Учитывая, что коллектив молодой, все энтузиасты, все любят свое дело, я думаю, все должно получиться. Главное, не забывать себя хвалить и пиарить. Вот это то, что, к сожалению, жителям постсоветского пространства дается сложно. Тем более уже есть даже за те недолгие несколько лет, что лицей существует, уже есть интересные достижения, проекты, о которых можно и нужно рассказывать. Гостья лицея поделилась, что она давно знакома с работой аналогичных лицеев других стран. И весьма отрадно, что всего лишь за несколько лет своей работы IT-лицей ничем не уступает своим зарубежным аналогам. И, скорее всего, даже превосходит. Аделя Мухамедшина, Роман Самарин, Универньюз.